Данил Щербаков не только руководитель, но и главный генератор идей общественной организации «Хелпер Запорожье». Географический флешмоб – одна из них. О запорожских хелперах знают не только в родном городе, но и за его пределами. Но этого мало. Цель не только показать, да, и рассказать о нашей общественной организации, но и показать наш край, донести суть, донести информацию о том, что здесь тоже, вот с другой стороны планеты, есть много интересного. Идея появилась спонтанно, но сразу получила одобрение. Получается, нас поддерживают очень много почетных хелперов, я их называю. Это звезды кино, эстрады. Ольга Сумская, Ольга Полякова, Виталий Козловский, певица Алеша наша запорожская. И всем им мы уже отправили наши флаги, и они согласились, говорят, безусловно, мы всегда будем брать их с собой в наши поездки заграничные. Но не только знаменитости присоединились к флешмобу. Друзья, знакомые и подписчики из социальных сетей. Все, кто едет за границу, берут с собой флаг «Хелпер» и небольшой видеоподарок для иностранцев. Мы им дарим вот такие вот визитные карточки, флешки, на которых записан фильм, документальный такой небольшой фильм, ролик о нашей с вами родине, о Запорожье. Единственное условие – это фото или видеоотчет. Ребята нам прислали небольшое видео, когда сидят на Занзибаре под этим палящим солнцем люди, вот эти вот туземцы так называемые, да, и смотрят по телевизору ролик от «Хелпер Запорожье» о Запорожье. И там есть сюжеты вот зимы, они сидят с открытыми ртами и говорят «Вау!». Флаг уже успел побывать на Занзибаре и в США, а скоро о хелперах из Запорожья узнают в Индии, Грузии, Израиле и многих других странах. Ольга Васильева, Руслан Шевченко, ТВ5.